Приветствую вас, Аналин. Смотрите, вы пишете, что, значит, мама с детства учила не вступать в конфликты, и мнением ребенка часто пренебрегали. Мне кажется, что здесь вы несколько отстраняетесь, что ли, от проблемы, потому что, ну, говорите, что вот мнение ребенка не учитывали, но я так понимаю, что, в общем-то, ребенок этот вы, да, и тут было бы, наверное, правильнее сказать, что вот моим мнением пренебрегали. Вот, это было бы, ну, по крайней мере, знаете, более честно, что ли. Вот. Ладно. Суть это, в общем, не меняет. Значит, вы говорите, что не можете перебороть себя, да, не можете себя перебороть и высказать что-то. Я думаю, что речь, конечно, идет об определенного рода комплексах, об определенного рода сомнениях в себе и о том, что вы, ну, просто вот не уверены в том, что вам, ну, в том, чего вам хочется, не уверены в том, что вы нуждаетесь, вот. Ну и соответственно, как-то вот у вас закрепилась такая позиция, что я не должна ничего говорить, я не должна ничего делать, я не должна ничего делать, ну, такого. Вот. С этим можно работать, она, это можно подкорректировать, вот. Тут, в общем-то, речь идет, в том числе, про личностный рост, вот. Ну, то есть мы можем говорить про личностный рост ваш, в первую очередь, вот, ну, про повышение уверенности в себе, это само собой разумеющееся, я полагаю, вот, ну, и еще некоторые моменты, возможно, тоже, да, то есть работа с детско-родительскими отношениями, вот, и прочее, то есть все это вполне возможно вас также беспокоит. Вот, но нужно ваше желание для этого, потому что вам не так сложно будет помочь, да, но тем не менее, нужно ваше желание. Вот. Дальше. Идем. Значит, следить, чтобы стать более открытой, разрушить навязанное родительным поведением. Собственно, развитие критического мышления. Я полагаю, вам поможет здесь именно развитие критического мышления. Вот. У вас его сейчас нет, критического мышления, но вот его можно и нужно развивать. Вот. И, соответственно, если критическое мышление бы себя разовьете, то и навязанные родителями
какие-то вот модели поведения, они будут вас беспокоить так сильно, как это происходит сейчас с вами. Вот. Ну, это вот, по крайней мере, то, что я могу вам ответить, исходя из того небольшого количества информации, которую вы предоставили нам для анализа, по крайней мере. Вот. Все корректируется, ничего, некорректируемого ничего нет, вот, развитие критического мышления вполне вам может помочь психолог, это с этим может помочь хорошо, вот, на мой взгляд, ну, если уж вы обращаетесь к нам, да, к психологам, то вот, вот. Ну и работа с чувствами тоже нужна, потому что если вы определенные чувства в себе подавляли, да, то так просто от этого не избавиться. То есть нужно заново учиться испытывать ну, испытывать это ощущение, вот. Вот. Заново. Вот. Вот, в принципе, такая вот история. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что мой ответ вам более-менее помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.